Вас приветствует Алеона Ариес. Вот это да, он признается вам во всем. Мужчину загадали, надеюсь. Так, смотрим, в чем же он вам признается. В чувствах, девочки, он признается вам в чувствах. Либо тот мужчина, которого вы загадали, либо это мужчина шатен с голубыми или зелеными глазами. В чем еще признается? Ну вот в чувствах. В том, что хотел бы быть с вами, да, но неопределенность у него, он не знает, хотите ли вы быть с ним. Так, еще в чем признаться? Да, хочет, смотрите, хочет, чтобы вместе жить именно. Будет это законный брак или незаконный, да, то есть чтобы было именно совместное проживание, совместное хозяйство, совместные деньги. Ну, в общем, все. Семья. Семья. Вот чего он хочет. Очень скучает. Тоскливо ему одному. Вот. Поэтому вот в чем он вам признается. Еще, скорее всего, признается в том, что он за вами наблюдает. Для записи на личную консультацию пишите на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. И регистрируйтесь на курс обучения искусству предсказаний. Уже сотни девочек начали предсказывать сами за 2 недели. Представляете? Более сотни девчонок уже научились предсказывать. Поэтому присоединяйтесь. Ссылочка внизу. 4 занятия. Всего лишь 500 рублей. Продлилась ссылку по многочисленным просьбам. Ловите удачу несколько дней.